Приветствую вас на канале «Веселая семейка». Предлагаю вашему вниманию салат объедения. Для салата понадобится 1 банка консервированной белой фасоли, 1 морковь, 1 средняя луковица и 1 пачка сухариков. Также можно использовать заправку майонез, но я буду использовать аналог майонезу. Лук нарезаем не очень мелко, морковь натираем на крупной терке. Лук с морковью обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Охлаждаем. Соединяем обжаренные овощи, фасоль и сухарики и заправляем майонезом или его аналогом. Перемешиваем. Украшаем зеленью и салат готов. Приятного аппетита!